В этом фильме мы расскажем о руководителе и дизайнере группы «Очарование стиля». Человек, который хорошо чувствует психологическое состояние женщин. Женщин на пенсии и считает, что главное – сломать себе стереотип. Это дом, хозяйство, внуки. А ведь все это можно и совместить. Вот поэтому Наталья и создала эту группу. И ее лозунг «Все в твоих руках». Главное желание. И, конечно, не стареть душой. Наталья, расскажите, пожалуйста, о себе, о своем творчестве. Ну, я по образованию вообще-то медик. И родилась в семье медиков. Папа кардиолог, мама стоматолог. Но семья у нас была очень творческая. Папа, несмотря на свою занятость, по выходным занимался с нами, с детьми. Мы рисовали, шили игрушки, чеканили. Ну, в общем, занимались. Еще такой журнал был «Наука и жизнь». И вот там такая была рубрика «Очумелые ручки», что ли, как-то называлась. Так, очень умелые. И там выкройки брали. Ну, короче, я благодарна своим родителям за то, что они привили эту любовь. И, так сказать, они открыли ворота в этот мир, в котором нахожусь сейчас я. Развитие, то есть дали толчок развитию моего творческого пути. Вы очень талантливый человек и способны вселить уверенность в каждой женщине. Как вам это удается? Скажите, пожалуйста. Я не знаю, как мне это удается. Во-первых, я сама глубоко верю, что изменить себя, вот сломать стереотип, это возможно, стоит лишь только захотеть. И женщина должна понимать, чтобы оставаться женщиной и в возрасте уже зрелом, уже, можно сказать, перезрелом, нужно хорошо выглядеть, надо заняться собой просто, и все. Ну, надо убедить, конечно. Вот это моя задача – убедить человека, показать, прикинуть на нее наряд какой-то, чтобы ей он понравился. То есть разжечь аппетит, так сказать, в этом плане. Наташа, расскажите, пожалуйста, о группе «Очарование стиля». А, как я уже сказала, что творчеством я занималась давно, с 4 класса, можно сказать. Но года 3 тому назад, да, 3 года тому назад, вдруг мне захотелось, не знаю, осуществить свою мечту, может быть, театр моды там или все такое. И я в интернете кинула клич женщинам возраста нашего, так сказать, создала группу, написала «Очарование стиля», дала ей название. И ко мне стали записываться в друзья и в эту группу. Вот, а потом мне пришла мысль, что я написала, а давайте-ка не просто онлайн, а, как говорится, в натуре встречаться. И так и с первого нашего свидания, было у нас, наверное, сколько, первый состав, человек 10 пришло, вот, и сразу мы, как говорится, план составили, что мы будем делать, а у меня к тому времени уже много было нарядов накоплено, я их шила, но они у меня, так сказать, были невостребованными, не продавала ничего просто. Да и сама тоже никуда их не одевала. И вот мы так создали коллекции. Ну, их как бы объединили в коллекции. Нашли, где репетировать. Это сначала это было в АВИПе. Вот, там у нас проходили репетиции, номера. И нас уже приглашать стали выступать. Лариса Михеева мне помогла очень здорово. Это руководитель клуба «Красивый возраст» Кировского района. Она перенаправила, так сказать, меня к Татьяне Голицыной, а Татьяна Голицына к Александру Горозилову. И первый раз мы выступали в подвалах Игоря Дымбовского на концерте «Белый ангел». И вот тут уже, так сказать, можно сказать, мы попали в струю, и нас стали приглашать то там, то сям. Потом дальше «Битва экстрасенсов» московский, это был московский проект Илона
Воронцова. Подожди, ты что, серьезно? Иоланта Воронцова. Вот, кстати, журналы есть, там публикация, наградили меня бесплатной публикацией в этом журнале Fashion Woman и Fashion Man. Это московский журнал, но он международный. Вот, и, в общем-то, и сейчас... Ну, пандемия немножко нам, конечно, попутала все. А, и группа стали люди то болеть, то кто-то ушел, кто-то, в общем, тут уже у кого-то депрессуха может началась, я не знаю кто, но уже поменялся 3 раза состав, так и никак не можем опять сделать его. Никита, где есть уже все остальное? Ну, я думаю, что дальше будет все это. Дай бог. Возобновим деятельность. Наташа, вы не могли бы свои работы показать? Очень хочется посмотреть. С удовольствием. Сейчас. Ну вот, собственно, эту фуфаечку я задумала сшить давно. Мне очень понравилось. Я вещи всегда делаю функциональными. И чтобы они еще были недорого обходились материалом. И я думала долго, как раз была эта пандемия, как раз было это заточение, когда мы сидели в изоляции. И я заказала, мне не пойти, ткань нигде не купить, но я на Яндекс.Маркете заказала 2 покрывала. Одно вот это, у меня покрывало кабешное, а другое вот меховое. И сделала вот такую вот фуфаечку и шубку. Она очень приятная. А я понимаю, что такая к телу. В общем, я в ней уже пофорсила. И уже на показе были. Коллекцию там состряпали. Вот такая вот. Мне ничего не нужно без него. Вот. Я все думаю, зачем он полез в эту... Вуаля! А это мой помощник Бонифаци, сокращенно Бонечка. Вот такой мальчик Бонечка. Посмотри в камеру. Вот, вот, вот он как, вот он как. Ой, какой молодец. Да, да. Ну. А вот это пальтишко я тоже связала. А, как говорится, делать было нечего, дело было вечером, под фильмы, за недельку я его осилила. Даже не поверила сама себе, что, думаю, захотелось очень вязаное пальто, но они очень дорогие, поэтому рискнула. На руках-то я никогда не вязала, а тут вдруг, видно, очень захотелось, поэтому вот такое вот сделала с клумбой. Что-то и связано и шпицами, и крючком. Вот на улице иду, и женщины прямо там говорят: ой, какая клумбочка идет. Вот этот наряд был сделан 3 года назад. Кстати, модель нашей группы «Очарование силы» – первый вариант, так сказать, нашей... Ну, как только-только мы организовались, и вот Светочка пришла к нам. И до сих пор вот юбка, брюки мои любимые, что я очень люблю. И я уже всех приучила, можно сказать, а раньше девочки шарахались. Непонятно, что не то юбка, не то брюки, и очень экстравагантно. Я говорю: девочки, ну ломайте стереотипы, ну ломайте, в конце концов. Ну нельзя так прямо закрепощенные. Такие времена. Светочка молодец, она у нас, так сказать, одна из первых. Вот, а так называемая синелька. Это я вот из полметра ткани. Она, правда, ширина у неё была. Сделала вот такую штучку. И вот все никак не могу с ней. Мне ее выпрашивали уже. Все. Ну, я не могу с ней расстаться, потому что здесь очень труда много вложено, понимаете? И вроде как по дешевке не отдашь, а, извините, просто жалко свой труд даже. И потом у меня нет такой цели продавать. А я, так сказать, подарю, наношу, когда сама, тогда и подарю кому-нибудь. Вот. О, Наталья, расскажите, пожалуйста, а что, какой это стиль? Что вы нам сейчас демонстрируете? Это стиль, ну, я не знаю, конечно, не такой стимпанк, не полностью стимпанк. Я
У меня нет такой задачи, чтобы сделать именно вот такой-то стиль, подражать полностью, а выхватить какой-то кусочек, выхватить из этого фрагмент. И дальше я уже фантазирую, как у меня фантазия моя подскажет. Это вот такой фраг. У меня там есть юбка, но далеко искать я уж не буду. Вот корсет из кожи такой. Ну, тут, видите, тут и этника, и, не знаю, тут все перемешано, и эклектика, потому что ткани совместимые и несовместимые. Ну, меня это вот будоражит, мне это нравится. Фантазия бурная такая, знаете. Вот аксессуар. Я же, кстати, еще кроме одежды, еще и головные уборы, и сумки у меня в моем арсенале. Ну, не знаю, вот эта сумка, это у меня сумок ничего не осталось, потому что я раздала, кое-что продала, это вот осталось что-то вот такое вот немыслимое, так сказать. Это, ну, вот спасибо, немножко, надеюсь, красиво. Немножко вот такая вот есть такая, вот это вот называется лакомка, да. Это старинные вот пэтчворк нарядом. Такие сумочки. Раньше в старину делали, сумок не было, и шили вот такие вот. Назывались они лакомки. Туда конфетки дамы носили, там или там денежку еще какую-то. Вот. Это вот, видите, из кусочков здесь сделано. А здесь вот я вышивала на машинке. Сама вот вышиваю. Мне еще очень нравится эта вышивка. Так что вот. Спасибо. Женщинам я рекомендовала выбрать стиль. Вот свой. Если не сомневаетесь, обращайтесь ко мне. Я вам помогу, наставлю вас на путь истинный. Ведь, собственно говоря, тут ведь как? Нельзя вот взять с бухты-барахты. И вот, например, есть такой стиль, который, кстати, я очень люблю, и многие его сейчас полюбили, называется... Это боха. Это такой, ну как, богемный стиль. Это творческие люди, раскрепощенные. Он как раз там и эклектика, и там... несовместимые, совместимые материалы и формы такие не классические, где больше, где меньше, один край так, другой так, понимаете? Но надо еще учитывать, какой у женщины тип. Открытая она, закрытая, стесняется. Это нужно раскрепоститься в первую очередь, чтобы выбрать себе какой-то стиль современный, который бы тебя омолаживал, скажем так. Нужно первым делом раскрепоститься. Вот просто взять и, так сказать, мне уже столько лет, что я могу все. Я могу все везде и всегда. Молодец. Вот. Ну а что? Это раньше по молодости. Ой, не то сказала, не так села. А сейчас я могу позволить себе. У меня нет ограничений никаких. Потому что, ну что ограничивать себя, если у нас уже там рамка где-то есть, которая нас ограничит и навсегда. Поэтому пускай она остается там, а мы будем... не ограничивать себя здесь. Наташа, вот еще вопрос. А вот женщина, которая у вас сейчас в группе, они тоже, я знаю, очень талантливые среди. Да, 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 группа у нас очень талантливые. Девочки собрались. Вот из первого состава у нас, например, Оля Колеватова. Она и пишет рассказы там детские, сказки. Потом она как модель в ПАВе занималась. Снимается в фильмах там и в массовках, и даже уже в всяких полумассовка, скажем так. Вот Женечка у нас есть такая, она, вот видите, книжечка, да, вроде простая книжка, это мне на день рождения подарили. И вот ее вот так, видите, и что получается? Это же надо же вырезать тут, это же каждую страницу, говорит, по схеме. Но это же очень-очень да. Трудоемко, да. Мне кажется. Вот, а... И вот кто-то занимается там, не знаю, йогой. Ну, в общем, девочки разноплановые. А вот еще хотела спросить, мастер-классы. Я знаю, что вы проводите мастер-классы. Да, 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 это есть такое дело про мастер-классы, поскольку девочки очень заинтересованы были. Ну вот прекратилось немножко вот в связи с этой пандемией, с этими ограничениями, конечно. Мы онлайн пытались проводить, но я как-то... Не знаю, у меня не получается онлайн, я хочу зрителя глаза видеть, общаться с ним, а вот так вот за какой-то ширмой у меня не получается, как-то неживое такое. Проводили мастер-классы на разные темы,
Вот какая тема интересует, такую я и провожу. Потому что я за 10 лет в компьютере, как я вот вошла в эту компьютерную тему, и я пошла все это штудировать, все техники разные. Буквально и ковры плела, и обувь делала. И я не знаю, что я не делала, и лепила, и бижутерию. Ну, сумки это я освоила давно уже, шляпы. Шляпы это у меня вообще заработок был. Благодаря шляпам выжила в 90-е. И, кстати, помогла выжить семьям сестры, одной сестры и другой. Потому что вот так шила, продавала. И, кстати, они даже тогда, когда народ вроде голодал, а у меня так хорошо все это шло, вы знаете, если бы я не занималась благотворительностью, то, наверное, уже миллионерша была. Но это мне не грозит. Наташа, я знаю, что вы еще создаете театр моды. Расскажите. Пожалуйста. Да, знаете, вот мечта такая у меня была, потому что вот с тех времен, когда я еще в театр моды была в молодости, да, и у меня она там затаилась, ну, я тогда не думала детей поднимать на ноги, все такое, трудные годы, тяжелые. А потом, когда вот в наше время сейчас столько свободы для пенсионеров и для людей нашего, так сказать, возраста, вот, я подумала, а почему бы и нет? У меня остались навыки те еще, которые нам давали, когда мы были в этой группе театра мода «Колорит». Вот. И многое я помню. И сейчас мы работаем... А, еще у нас есть талантливый очень... поэт Мадина, а у нее творческий псевдоним Софи Питер. Она пишет такие стихи, и я ей как-то говорю: Мадина, давай напиши сценарий какого-то показа, ну, в виде сказки такой, давай «Алису в стране чудес». Мы сначала, да, она подхватила эту идею, и будет в стиле стимпанк, поскольку это злободневная тема такая, стимпанк сейчас. Вот, и мы сначала, она написала его в прозе. Потом я же, у меня там в голове развивается мысль, я говорю: Мадина, ты же поэт, давай пиши в стихах. Ей эта мысль понравилась, и она написала в стихах. И это такая прелесть, это так, так талантливо. И так вот эти вот номера, мы год репетируем, и вот с этой пандемией, опять же, все возвращается к этому. Поэтому люди уходят. Поэтому обращаюсь, девочки, если хотите себя как артистку, как модель, приходите, пишите мне в личку ВКонтакте, и мы будем с вами работать. Спасибо, спасибо.
Студия моды СПБ «Стиль», группа «Невский шар», культурно-досуговый центр «Московский», руководитель студии Полина Литвинова и, конечно же, дизайнер этой прекрасной коллекции под названием «Веселые лоскутки» Наталья Генри. Светочка, я хочу вас поблагодарить за проявленный интерес к моей скромной персоне и маленький презентик. Позвольте это вот носочки я сделала вам. Спасибо. Если понравится, еще таких наделаю. Спасибо. Кучу, спасибо. Чтобы не покупать, да. Всех спасибо. Приглашаю в театр моды Натали Генри. Кам. До встречи. Дорогие друзья, давайте посмотрим еще одну историю об Ольге Колеватовой. Это модель первой группы. Приятного просмотра. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я знаю, что ваша жизнь и сейчас, после выхода на пенсию, насыщена и интересна. Поделитесь, пожалуйста, как вам удается сохранять уверенность в себе и, конечно, оптимизм. Я считаю, что выйдя на пенсию, это определенный жизненный этап какой-то начинается. Когда ты начинаешь понимать, что еще столько много интересного в жизни, неизведанного, неувиденного. Вот. Я человек увлекающийся, и, в общем-то, драм-кружок, кружок по фото, мне еще и петь охота. Поэтому я вот выйдя на пенсию, начала писать сказки, занялась нейрографикой, освоила. Начала рисовать. А в 60 лет решила попробовать себя в качестве модели. Вот. Все началось с модного дома ПАВА. Это социальная организация при ассоциации ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Вот. Здесь начались там модные показы, фотосессии, жизнь началась интересно. Кроме того, всегда следишь за своей осанкой. Вот. И занимаясь моделингом, я познакомилась с очень интересным дизайнером Дубравиной Натальей. Она шьет одежду и сумки, и аксессуары, очень оригинальные. Мы организовали театр моды Натали Генри. И сейчас готовимся к постановке спектакля «Алиса», где все костюмы будет шить Наталья. А что бы вы пожелали нашим женщинам после выхода на пенсию? Ну, я, во-первых, всем желаю здоровья. Вот, во-вторых, оптимизма. Чтобы раскрывали свои таланты, которые еще дремлют внутри каждого человека. Ну и хочу сказать, чтобы ничего не бойтесь, шаг за шагом идите к своей мечте. Спасибо огромное. Мы рассказали историю этой замечательной женщины, о ее творческом пути. Пожелаем ей удачи. Она на правильном пути. Крепкого вам здоровья. Спасибо вам, дорогая Наталья, что вы есть, что вы с нами. Удачи вам. Спасибо.